Вегетарианский рецепт нежного соуса из авокадо. Всем привет! С вами Регина Кутимская. Сегодня я покажу, как приготовить вегетарианский соус из авокадо, который часто использую в качестве заправки к легким овощным салатам и закуске для бутербродов. Друзья, поддержите видео лайком и переходим к рецепту. Рецепт приготовления соуса с авокадо включает следующие ингредиенты. 1 авокадо, 1 зубчик чеснока, четверть лимона, пучок свежей петрушки или кинзы, соль по вкусу, молотый черный перец пол чайной ложки, молотый острый чили перец пол чайной ложки, пол чайной ложки домашней горчицы, ссылка на рецепт в описании, 100 мл питьевой воды и 50 мл растительного сыродавленного масла. У меня льняное. Почему для свежих блюд нужно использовать именно сыродавленное масло, смотрите в отдельной лекции, ссылка на нее есть в описании. Авокадо разрезаем пополам. Вынимаем ложкой косточку, а затем и мякоть. Кладем сразу в чашу блендера. Можно пользоваться погружным блендером. Чеснок очищаем от шелухи, разрезаем зубчик вдоль и вынимаем сердцевинку. Немного его нарезаем и тоже кладем в чашу блендера. Туда же отправляем мытую свежую зелень, добавляем соль, черный и чили перец, горчицу, воду, масло и выдавливаем сок из четверти лимона. Взбиваем на максимальной скорости до однородной консистенции. У меня получилось 30 секунд. Чем короче время взбивания, тем меньше нагревается содержимое, тем больше пользы остается в продукте. Переливаем наш соус из авокадо в удобную тарелку. И вот сейчас просто невозможно удержаться, чтобы не макнуть в него кусочек ароматного домашнего хлеба. Это бородинский на закваске. Ссылка на рецепт есть в описании. В качестве закуски соус можно подавать с любым другим хлебом или лепешками. Конечно же, домашнего приготовления, без магазинных дрожжей. Если вам интересен рецепт этих луковых пшеничных лепешек, пишите в комментариях. Что касается заправки к салатам, то наш соус с авокадо прекрасно выполнит и эту функцию. Его нежная кремовая текстура украшает свежие овощи и приносит вкусовое разнообразие в привычные блюда. В описании к видео вы найдете ссылку на плейлист с нашими рецептами салатов. Заправка из авокадо хорошо подойдет именно к свежим салатам. Приятного аппетита! Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании. До встречи и доброго вам здравия!